терминал, и человек просто проводя картой, и просто как бы отсчитываются эти суммы. Поэтому будем надеяться, что в ближайшем будущем Верховная Рада, которая у нас вновь избранная, новый кабинет министров, придут все-таки к тому, что надо переходить на финансовую адресную помощь каждому человеку, который имеет право на льготы. И тогда не будет никаких проблем вообще с вот этими перечислениями, о которых вы спросили, за льготные перевозки в том числе. Тогда каждый человек, который имеет право на льготы, получая адресную финансовую помощь, тратит эти деньги так, как он считает нужным.